Шумбрат Бразерс. И сегодня мы продолжаем проходить GTA Vice City. Готовим четвереху и усаживаемся за просмотр. Погнали смотреть. Так, поедем сейчас на Пальму. Там миссия будет, походу. Короче, едем в ночной клуб. Это Адидас. Кис. Как видите, джентльмены, это будут самые легкие денежки в нашей жизни. Томми, серьезно, тебе нужно подумать о карьере адвоката. Какой херни ты накурился? Ни хрена, это не легкий путь. Хотите легких путей? Возьмем, к примеру, коммунизм. Это был легкий путь. И как сильно это помогло России, а? Успокойся, ладно? С командой, как у нас, проблем не должно возникнуть. Кейн займется сейфом. Фил, мы с тобой позаботимся о безопасности. А Хьюи будет за рулем. А ты случайно ни про кого не забыл? Про кого-нибудь, кто помог выжить в этом городе? Про кого-нибудь? Кен, все верно. Кен поможет, а мы нам деньги. И позаботится об охлаждении наших напитков. Я не понимаю, в чем заключается моя задача. Слушай, все просто. Ты фильмов, что ли, не смотрел? Мы заходим в банк, потом машем стволами и выходим очень богатыми людьми. Круто. Я за руль. Отлично! Я пассажир! Надо будет рассказать об этом на собрании. Томми, Хиллари занимает слишком много места. А вот и нет. А вот и да. Эй, заткнулись оба, иначе пойдете пешком. Вот именно, Хиллари. Ради, Фил, хорош взмахивать этой штукой. Что со всем этим делать никак не добру. Я не вижу ничего дальше своего. Покатайся вокруг квартала, хорошо? Хорошо, Томми, хорошо. Итак, парни, легко и просто, как и планировали. Изи мани. Быстро!
Фил, держи их на прицеле. Понял, будет сделано. Идем, Кен, хранилище наверху. Так, по камерам все нормально. Идем дальше. Да давай. Опа. Черт! Это же Флэш 9000! На его взлом идут часы. Или же 5 минут, если ты найдешь менеджера. Пойду поищу его. Фил, все пучком? Конечно! Все под полным контролем! Это хорошо. Ты пойдешь со мной! Хорошо, хорошо! Только не стреляй! Не буду. Я сказал никому не двигаться! Это замок с шестовым механизмом! Вам будет легче сдаться! Блин, да этот механизм я смогу обойти. Затем нам понадобится ключ доступа, и все будет готово. Стой здесь! Что-нибудь вычудишь, и ты труп! Я сбегу к Филу и вернусь. Спецназ приедет с минуты на минуту. Мне понадобится помощь, Томми. Сейчас поможем. Это спецназ Вайсити. Мы полностью окружены. Окружены? Сами же себе подстирают продажные ублюдки. Томми, хранилище открыто. Отлично, весь пенсионный фонд спецназа у нас. Сваливаем отсюда. Они начинают штурм! Укрытие! Это последний! Пошли, пошли, пошли! Серия Вана. Вана серия. Черт! Где Хиллари? Сейчас я ему еще один комплекс сделаю. Эй, ребята! Залазьте! Я прикрою! Давай. Прикрой. Get up! Get up, Anna!
Давай, 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 опа. Успели. Сейчас потратимся, почему. Отлично. Так, подожди, нам не сюда. Нам дальше потом. Сюда. А, вот. Отлично, приехали. Там я сделаю тебе массаж. О, привет, Мерседес. Да, я немного напряжен. А что я говорил, Томми? Что говорил? Спец сразу может смотреть в оба, когда кинг-пом в городе. Ну же, не жадничай, приятель. Давай, мне еще нужно новых шмоток прикупить. Отлично, Малибу теперь приносит лавешку, косарик. Не, соврал 10 тысяч. Хорошо. Ах ты ж скот. Так, сохранялочка. Сохранимся. Стрелок. Отлично. А где у нас тут миссия? Должна гореть по прохождению. На катере сейчас отплывем и все, и звезды должны потухнуть. Собери пакеты. Да.
женщина сказала на сердце. Блондиночка, красотка, шик, шик, шик. Все чувства на пределе. Если ты не Пронто. Томми, мне очень понравилось с тобой работать. Я так не веселился со времен Вьетнама, дружище. Короче, если что-то понадобится, просто позвони мне, слышишь? Я всегда помню тех, с кем служил. И уверен, что смогу тебе помочь. Слышишь? Слышу. Надо сохраниться. Блин, а как? Как туда в домик пробраться? А, вон вход. Хорошо. А. Куда поедем? Там делать нечего. Съездим к телефонной трубочке. Сейчас возьмем дырчик. Эй, блядь. Я хочу на этом дырчике покататься. Стоять.
Иди сюда. Нахуй с мопеда. Хотят задрочить мой рог дрочевыми напильниками. Убей жена. Мои поздравления за успешное выполнение задания, мистер Тим. Заказчик был очень доволен. У меня есть для вас еще одна работа с более практическим подходом. Ваша следующая работа записана под телефоном. Круто. Так, миссис Доусон скоро покинет магазин. Ее убийство выглядит как дорожное происшествие. Это надо нам что-то типа вот этого. Что-то ее таранит. Там любая тёлка даст. Всё, что мне надо, это кис, кис, кис. Попадайте в ресторане, плиз, плиз, плиз. Привет всем неформалам, пиз, пиз, пиз. Только не надо дальше вниз, вниз, вниз. Оранжевое солнце, класс, класс, класс. Наушники, как рыбчина, класс, класс, класс. Я привожу прохожих шок, шок, шок. Меня ведёт по жизни рок, рок, рок. Получено проклятый след, след, след. Суд на меня. Отъедем. Да, это жена сумасшедшая, тут яйца. Как уба. Надо было и колеса попростреливать. Блять, полиция. Цыгане за делами, чан, чан, чан. Меня назвали тёлый хан, хан, хан. Куда бы я пошёл бы, вон, вон, вон. И что бы я сказал бы, гон, гон, гон. Любимую по попе шлём, шлём, шлём. Запрыгивай. О, боже мой! Завязываем пластинкой. Блять, провалено. Мои поздравления за успешное выполнение задания, мистер Тим. Заказчик будет... Так, хорошо. Помогите!
Да. О, боже мой. Стоять. Да давайте вылазьте уже все. Теперь куда можно? Съездим, наверное, в пальму за ловушкой. Правильно, мы ж едем. Правильно. Съездим сейчас лавой возьмем в ночном клубе и поедем выкупать таксопарк или еще что-нибудь. Пронто? Подойди к таксофону у торгового центра Вашингтон-Бич. А, Вашингтон Бич. Сейчас пойдем к Бич. Чмо. Алло. Автод. Банда европейцев планирует ограбить банк Вай-Сити. Мои работодатели не хотели бы, чтобы это произошло. Каждый член банды находится в городе под прикрытием. Одни под видом чернорабочих, а другие под видом отдыхающих. Информация о вероятном местонахождении каждой цели записана по телефону. Так, рядом для вас оставлено различное оружие. У вас есть 9 минут, чтобы всех уничтожить. Так, что на моцике? Могу работать над рекламой, если там рядом в Вашингтон Бич. Давай возьмем.
Что есть, да? По карте нам куда? Ну, тут рядышком. Отсюда не видно. Тут где-то вот так седово. Раз. Поехали. Если ты не передашь. Чтобы не сказал бы, вот, любимую по попе шлёп, шлёп.
Так, а по карте нам вообще... Вот сюда. Так, со снайперки достанем. Достанем. Как он увидел меня, если я по другой улице ехал? А, возле порноклуба, надо сохраниться. Так, ну что, любые друзья, не забываем, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. О, умно моменту. Подойди к таксофону, здание аэропорта. В следующей серии подойдем к таксофону, здание аэропорта. И решим проблемы дальше. Ну а на этом все. Как-то так. Всем пока.